Erst ob ich einen Tafin Traktat, Berachot, Talmud, Jerusalem, List, Lamed, Zayn, 37, das ist ein Verrät, oder nicht, was kommen, für Ocholam, Abi, Yater, Roshim, Ochomi, Borchai, Ben Zepo, Vagam, David Chai, Ben Burcho, Lashlachat, Im Israel, Ufad, Im Israel, Ushalom, Baretz, Ubaola. Итак, мы в третьей главе, третья галаха. Мишна говорит так. Нашим ва авадим уктаним птурим микриашма умина тфилин ве хаявим битфила уби мезуза уби биркат амазон. Женщины, рабы и дети. Какие рабы? Рабы кнаанейские. Это гой, которого купили как раба. Еврейский раб обязан соблюдать все мицвот. Кнаанейский раб обязан соблюдать мицвот как женщина. Поэтому женщины, кананейские рабы, маленькие дети освобождены от Шма Исраэль, от тфилина, но обязаны читать, обязаны молиться, обязаны, чтобы у них в доме была мезуза, и обязаны говорить Беркат Амазон. Сейчас Гмара объяснит эту мишну. Говорит Гмара так. Нашимина, откуда мы знаем, что женщины освобождены от чтения Шма Исраэль? Написано в Торе, «Велимадитем отам эт бенехем вело эт бенотехем». И будете учить этому своих сыновей, своих сыновей, а не дочерей. Поэтому, так как Тору мы обязаны учить своих сыновей, а тфилин связан, и Шма Исраэль связаны с Торой, они равносильны Торе, поэтому девушки и женщины от этого освобождены. А в Адимина, откуда мы знаем, что рабы освобождены от Шма Исраэль и тфилина, шнеемар, Шма Исраэль, Адунай, Элейну, Адунай, Эхад. Что написано, откуда мы знаем, что рабы освобождены? Слышите, это в Вавилонском Талмуде нету. Говорит Гмара, потому что Эт шеэн ло адон, эла Акадош Барху, Акадош Барху, яца эвет шеэш ло адон ахэр. Кто должен говорить Шма Исраэль обязан? Человек, у которого есть один господин. Мы что говорим? Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Бог один. У меня есть один господин, он и Бог. Но раб, у него есть другой господин. Поэтому он от Шма Исраэль освобожден. Ктанимина, откуда мы знаем, что маленькие дети освобождены от Шма Исраэль и от Тфилина? Написано в Торе, «Леман тие Тора Дашем бефиха беша шеху тадирба». Чтобы Тора была в твоих устах. В чьих устах? В тех, кто постоянно говорит Тору. А дети иногда бегают без кипы. Или тфилин тогда одевали целый день. Ребенок, для того, чтобы, или взрослый человек, для того, чтобы одеваться тфилин, нужно держать себя в чистоте. Ребенок не всегда это может, поэтому так как у него нет вот этого постоянства в изучении Торы, он освобожден от Шма Исраэля, от тфилина. И мы с вами проходили... все-таки мы говорим про маленьких детей, которые не достигли возраста воспитания. Если они уже старше 5, 6, 7 лет, в зависимости от смелкалки детей, есть мицва у его папы этого ребенка воспитывать. Вопрос, на ком это мицва, на папе или на ребенке? Скорее всего, на папе. У папы, у ребенка нету обязанности исполнять мицвот, поэтому мицва на папе, но есть, который говорит, что какая-то часть, доля у ребенка тоже есть. Дальше сказала мечта, «Вехаявим битвила, где ши е кол эхад ве эхад мемакеш рахамим аласмо». Почему все-таки женщины, дети и рабы обязаны молиться сами? Потому что мы с вами до этого проходили, молитва – это просьба милосердия у Всевышнего. Поэтому каждый должен просить милосердия для себя у Всевышнего. Неважно, он маленький, ребенок, раб или женщина. Умбемезуза, дихтиб, ухтавтам, анзубетеху. Еще реха. Почему у них должна быть мезуза? Они женщины, от мицвот освобождены, потому что тот, кто живет в этом доме, он обязан проследить за тем, чтобы у него была на двери мезуза. У Беркат Амазон, дихтив, ахалта весават, убирахтешем. Почему они должны говорить Беркат Амазон, и женщины должны говорить Беркат Амазон? Теперь в Вавилонском Талмуде есть вопрос. Беркат Амазон для женщин, мицва по Торе или по мудрецам? Из Иерусалимского Талмуда видно, что это, скорее всего, мицва по Торе. Поэтому, говорит Гмара, откуда мы знаем, что они должны, написано в Торе, ты покушаешь, насытишься и благословишь. Тот, кто поел, должен благословить, даже если это женщина. Там антанинан, коль митцвот асэш азман грама, анашим хаявим, веханашим петурот, вехоль митцвот асэш шило азман грама, эхат нашим, веэхат анашим хаявим. Мы учили, говорит Мишна так, что все митцвот, связанные со временем, мужчины обязаны их исполнять, а женщины освобождены. Мицвот не связанные со временем, мужчины и женщины обязаны их исполнять. Какие мицвот входят в эту категорию, которая зависит от времени, говорит Гмара, сука, лулав, шофар и тфилин. Сука только 7 дней праздник, лулав только на праздник, шофар только на Рош ха-Шана, и тфилин только днем и в праздник, и в шаббат. Мы тфилин не одеваем, поэтому женщины от этих мицвот освобождены. А мицвот, которые не связаны со временем, это ашавата беда, шилухакан, макей цисит. То есть... Кто-то что-то потерял. Мицва ему это вернуть. Она не связана со временем. Мицва, кроме этого, взять птенчика из гнезда.
тоже не связано со временем. Мицва, чтобы у человека на крыше или на балконе, на крыше, на который ходит, был забор. Тоже для женщин. И цицит. Выходит, если Иерусалимский Талмуд говорит, что женщина обязана одевать цицит. Но говорит Гмара дальше. Раби Шимон по термину это анашим, ми мицва цицит, шихи мицва чаасеш, шиазман грама. Раби Шимон говорит нет. Говорит нет, что женщины от мицва цицит освобождены. Почему? Это мицва, связанная со временем. Когда эта мицва действует только днем, но не ночью. Шарек судлайла патумен цит. Он говорит, ночная одежда от цицита освобождена. То есть у человека есть, которая пиджама, и он одевает ее только ночью, она от цицита освобождена. Но, говорит Гмара, Амар влия таамо дерабанан шекен им айтам и ухеде ло ла йому ла райла шии хаевед цицит. Но если одежда у человека, которого одевает и днем, и ночью, он должен будет сделать на ней цицит. Дальше, следующая часть Гмары, она обсуждает, как один человек может вывести другого человека из мицвы. У нас есть закон, что Исраэль аравим зелезе. Все евреи связаны друг с другом и отвечают друг за друга. Два. Поэтому, так как мы связаны и отвечаем друг за друга, мы каждый из нас является гарантером того, что и другой исполнит мицву. Если я исполнил мицву, а Рахмим не исполнил, или наоборот, тогда мицва не считается полноценной, и мы не цельный народ. Как. Поэтому говорит Гмара так. Брайта говорит так. Тане коль мицво ча адам патур, адам муци этха арабим ядехо адам хус ми беркат амазон. Коль мицво ча адам патур, адам муци. Все мицвот, от которых человек освобожден, имеется в виду, он уже эту мицву исполнил. Например, человек сказал кидуш на шаббат, или сделал гавдала. Он уже мицву исполнил, он пришел домой, или он пришел неважно куда, в гости, и там его просят, чтобы он сказал кидуш, имеет право сказать, и несмотря на то, что он сам уже от этой мицвы освобожден, он ее исполнил. Так как один еврей отвечает за другого и связан с другим, он может эту мицву сделать для них. Все мицвот, кроме беркат амазон. То есть, если он уже поел и сказал беркат амазон, за других беркат амазон говорить уже не может, считается, как будто он ел. Как говорит дальше Гмара, человек, который не обязан исполнять мицву, он не может других вывести из мицвы, как мы говорили, глухой. Он может прочитать Мегилат Эстер для других? Не может, потому что он от этой мицвы освобожден, не может вывести. Але лая шния, беркат амазон, дихтив ба, как мы сказали, а има яха ява, филу им яца муци. То, что мы как мы сказали, что если он должен был исполнить мицву, например, он уже протрубил шофар в Роша Шана, он обязан эту мицву исполнять? Нет, он идет по улице, и гой идет по улице, они отношения этой мицвы одинаковые, оба не обязаны эту мицву исполнять. Но так как евреи связаны друг с другом, несмотря на то, что он эту мицву уже исполнил, он имеет право исполнить ее для других и вытащить их из этой мицвы. И дальше говорит Мара, Рулай говорит, что Биркат Амазон, как мы сказали, отличается. Почему написано там «Веахалта весавату верахта шем элокеха»? Ты поел, ты должен благословить. Но если ты уже благословил, ты как будто уже не ел, и за другого Биркат Амазон не можешь сказать. Раби Йосеф, Раби Иуда, бен Пази, хаву мативин, амру, ло, мистав бекрешма, ши кол эхад веэхад, мешанен бефив, ло мистав раби тфила, ши кол эхад веэхад, мебекиш рахамим аласмом, говорит. Сказали Раби Йосеф, Раби Иуда, они занимаются, сказали, Само по собой разумеется, это резонно, чтобы сказать, что каждый человек говорил Шма Исраэль за себя, чтобы не получилось так, что кто-то читал за других. И то же самое молитва, чтобы каждый для себя просил милосердия у Всевышнего. Следующий вопрос. Какая разница, говорит Гмара, между мицват сука и мицват лулав? Что там? Сука, теперь здесь говорит Аллаха не так, но здесь Гмара говорит так. На суку мы говорим благословение Лишев без сука только в первую ночь. И потом это благословение распространяется на все остальные дни. Потому что мицва находиться в суке и днем, и ночью действует 24 часа в течение 7 дней праздника сука. Лулав, он действует только днем. Поэтому, говорит Мара, если почему? Даже если я держал лулав в своей руке 24 часа, закончился день, наступила ночь, на следующее утро я должен снова говорить благословение на лулав. Но на сука не должен. Почему сука длится 24 часа? Да, человек спит, исполняет мицву, спит в суке, исполняет мицву, ест в суке, исполняет мицву. Теперь у нас сегодня Аллаха не так. Каждый раз, когда человек заходит в суку, для того, чтобы сделать там трапезу, он говорит ли человек без сука. Теперь говорит Гмара, что Рабьёс и Раваха отвечает, как мы сказали, что сука относится и днем, и ночью, а лулав только днем. Эти Рабьяков дерумия, харетал мутора, но хек балайра каямим, мяйкадон. Теперь говорит Рабьяков, из юга, он говорит, Талмуд Тора, изучение Торы, тоже обязанность, которая действует у человека и днем, и ночью. Почему же
каждое утро мы снова говорим Биркот ха-Тора. Если она как мицва сука, которая длится 24 часа в день, и Талмуд Тора 24 часа в день, отвечает Гмара, что сука эфшар ла ливатель, что человек может отменить на какое-то время мицва сука. Нет, все 7 дней сука, мицва ее действует 24 часа. А Талмуд Тора эфшар ла шело ливатель, человек не может не спать. Поэтому есть время, когда в течение часа, да, он обязан учить Тору, но есть время, когда он Тору не учит, поэтому он каждое утро должен говорить благословение на Тору. Дальше говорит Брайта. Тане, авал амра амрун иша меварехат лебаала, ве эвет меварехат лерабо, ве катан леавив. Брайта говорит так, мы учили, что жена может прочитать Биркат Амазон для своего мужа, и раб для своего хозяина, и ребенок для своего отца. Как так может быть? Они же от Мисота освобождены? Гмара, лохен амар раби аха, бешем раби оси, бе раби нахория, коль ша амру бекатан кеде леханхо. Все, что мы сказали, это маленький мальчик, которого уже можно воспитывать. То есть он уже старше 5, 6, 7 лет. Теперь, кроме этого, говорит Гмара, мы его обучаем, чтобы он знал, как исполнять мицвот. Но это не мицва для него читать Биркат Амазон. Так как же он может прочитать Биркат Амазон за своего отца, который не может читать? Говорит Гмара, Ифтар беуне ахарейн амин. В этом случае он говорит, когда папа слушает и отвечает амин на его благословение. Другое объяснение, что мишна говорит так, что раб, женщина или мальчик может читать халель, а отец за ними отвечает. Что он отвечает? Он повторяет. Они говорят, раньше так было, что один читал халель и водил всех. А если он не может читать, тот, кто слушает, то тогда они читают, а он повторяет. Но говорит Гмара, он эхреамен, машин умрим, ветхе ло мира. На нем будет проклятие, не дай Бог. И дальше говорит Гмара, авал амру, таво меира левен эсрим шецарих, левен асара. Пусть будет, не дай Бог, проклятие на том, кому 20 лет, и он нуждается в 10-летнем мальчике. Что значит? Тебе 20 лет, у тебя обязанность изучать Тору. Ты должен уметь читать, ты должен уметь молиться, ты должен уметь говорить Биркат Амазон. А ты такой большой болван не можешь это делать. И нуждаешься в помощи 10-летнего мальчика, который может считать, и он себя выводит из этого Биркат Амазон. Поэтому человек должен знать, без радости, что должен молиться, читать Биркат Амазон. Сам Баруха Адонай Лаолам. Амин ве амин.